Хари Кришна, Диагуру Махарадж, ты заксептала Хамбала Бисенса, Сунгуру Ищу Шрила Пакупада. Hare Krishna, my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Who's translating? Adri? Yes, Adidharana is here. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Kirtida Devadasi wanted to translate today. Okay. Kirtida, are you there? Hare Krishna Guru Maharaj, this is Sama Kamala Basin, this is Pablo Shri Prabhupada, and he am ready. Okay, all glories Srila Prabhupada, my humble obeisances. Om Ajnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha kaupatarubhyascha kripa sindhu bhai eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhar shri vasadi gaur bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Sri Ishopanishad. Today we're on mantra number 16. Итак, мы читаем Шри Ишопанишад. Сегодня начинаем мантру 16. Pusan Nikashi Yamasurya Prajapatya Vayu Harashmin Samohatejo Yate Rupam Kalyan Tamam Tate Pashyami Yo Savaso Parusha Soham Asmi. Translation. Перевод. О мой Господь, о изначальный философ, хранитель Вселенной, урегулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель, прародитель человечества. Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты – вечная верховная личность Бога, подобная Солнцу, как и я. So, this is a continuation. You can see, just like in the previous mantra, the Lord is offering, the devotee is offering prayers to the Lord, and the prayer is asking the Lord that please remove your effulgence so that we can see your form. И так как мы видим, это продолжение предыдущей мантры. В предыдущей мантре преданный молится Господу о том, чтобы он удалил это ослепительное сияние, чтобы увидеть его форму. So it's important to note that the Lord has a form. He's a person. He has a form. The devotees, he wants to worship the Lord in that form. И очень важно знать, что у Господа есть форма. Преданный, он личность, он обладает формой, и преданный желает поклоняться в этой форме. Okay, so read the commentary. Комментарий. Солнце и его лучи качественно тождественны друг другу. Аналогично этому, Господь и живые существа качественно не отличаются друг от друга. Солнце одно, а число частичек, из которых состоят его лучи, бесконечно. Солнечные лучи составляют часть Солнца. Солнце же вместе со своими лучами и является, собственно, Солнцем. Планета Солнца — обитель Бога Солнца, и аналогично этому высшая духовная планета, Галакандавна, от которой исходит сияние Брахмаджоти, обитель Господа, где он наслаждается своими вечными играми. Это подтверждается в Брахма-самхите 5.29. Чинта мани пракарасадма сукалпа врикша, лакша вритешу сурабхир абхипала янта, лакшми сахасра шатасам храма севьяманам, говиндам адипурушам тамахам баджани. Я поклоняюсь Говинде,
предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженный деревьями желаний. Там ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания. Хари Кришна. All right, so Srila Prabhupada is giving an example here, comparing the Lord and the living entities to the sun and the sun's rays. Итак, Шрила Прабхупада приводит здесь пример, сравнивая Господа с Солнцем, а живых существ с его лучами. And he, Prabhupada, makes the point that the sun and its rays are one, and they're the same in quality. И Шрила Прабхупада подчеркивает, что Солнце и его лучи, они составляют единое целое и равны по качеству. So while they may be the same in quality, they're not the same in quantity. Но хотя они могут быть одинаковы, у них могут быть одинаковые качества, но количественно они не равны. So again, you can see Lord Chaitanya's philosophy, how everything is one and at the same time different. И здесь мы можем видеть опять философию Господа Чайтаньи, как все является единым и в то же время отлично. And then Prabhupada brings out the point that just like there's the sun planet, within the sun planet, there's the sun god. И Прабхупада также приводит пример, что есть планета Солнца, и это обитель Бога Солнца. So we see the sun's rays, and we may see the sun planet, but within that sun planet, there is also the sun god. Мы видим солнечные лучи, мы можем видеть солнечный диск, планету, но также и существует и Бог Солнца. We often say, oh, I see the sun, oh, there's the sun, because we may not even see the sun planet, but we see the rays of the sun, because the sky is light, lit up from the rays of the sun. The sun may be covered by clouds, but still the rays of the light come through. Иногда мы говорим, что мы видим солнце, возможно, мы не видим планету, но так как мы видим свет в небе, солнце может быть скрыто облаками, но видя свет, мы можем понять, что там есть солнце. So we may not see the sun. And similarly, it's even more difficult to see the sun god. Итак, мы даже иногда не можем видеть солнце, и еще сложнее увидеть Бога солнца. So in the same way, there's a spiritual planet. In the spiritual world, there's spiritual planets, and the supreme spiritual planet is Goloka Vrindavan. И также в духовном мире существуют разные духовные планеты, и высшая духовная планета — это Голока Вриндавана. And from the spiritual, from Goloka Vrindavan comes the Brahma Jyoti. The Brahma Jyoti is the effulgence which emanates from, which comes from the Lord. И из Голоки Вриндавана исходит Брахма Джоти. Брахмаджоти — это сияние, которое исходит от Господа. And that effulgence of the Brahmajyoti is lighting up the whole universe. И это сияние Брахмаджоти освещает всю вселенную. So then Prabhupada quotes a beautiful verse from the Brahma Samhita describing Lord Krishna's abode. Итак, Прабхупада цитирует великолепный стих из Брахма Самхиты, который описывает обитель Господа Кришны. In the abode of the Lord, in Goloka Vrindavan, there are cows, not ordinary cows, but they're all Kamadenu cows, which fulfill all desires. И здесь описывается о том, что в обители Господа есть обитают коровы, но это не обычные коровы, а коровы Камадену, которые выполняют все желания. And there are trees, but they're not just ordinary trees, they're Kalpa Briksha trees, which fulfill all the desires.
И деревья также, необычные деревья, акалпавриксы, которые выполняют любое желание. And then there's also the dust of the holy place, which is all chintamani, which is means it fulfills all desires. И пыль также святого места, которое называется чинтамани, также выполняет все желания. And in that place of Goloka Vrindavan, where the Lord resides, there are many, many thousands of Lakshmis, or goddesses of fortune. И также в этом месте, на Голоке Вриндаване, месте, где пребывает Господь, пребывает множество, тысячи Лакшми, богинь процветания. And these Lakshmis are all there serving the Supreme Lord. И все эти Лакшми служат Верховному Господу. Again, keep reading. В Брахма-сангите говорится, что Брахма-джьоти представляет собой лучи, исходящие от высшей планеты духовного мира, Голоки Вриндавана, подобно солнечным лучам, которые исходят от планеты Солнца. Пока человек не проникнет за завесу ослепительного сияния Брахма-джьоти, он не сможет ничего узнать о Царстве Господа. Ослепленные сиянием Брахма-джьоти, философы и персоналисты не могут постичь ни обители Господа, ни его трансцендентной формы. Недостаток знаний мешает им понять исполненную блаженство, трансцендентную форму Господа Кришны. Вот почему в этой молитве Шриша Панишат обращается к Господу с просьбой удалить ослепительное сияние Брахма-джьоти и дать возможность чистому преданному увидеть его всеблаженную трансцендентную форму. So the Brahma-jyoti, as Prabhupada is describing, that what is the Brahma-jyoti? It's the rays which come from Goloka Vrindavan. И здесь Шрила Прабхупада описывает, что такое Брахма-джойти. Он говорит о том, что это лучи сияния ослепительные, которые исходят из Голоки Вриндаван. And Prabhupada again compares it to the sun, just like the sun rays come from the sun planet. И снова Шрила Прабхупада сравнивает его с солнцем, подобно лучам солнечным, исходящим из него. So people who are attracted by the Brahma-jyoti, by the light, then they will never, they don't know anything about the Lord, how they don't know who, that there's a person behind the light. И люди, привлеченные сиянием Брахма-джьоти, те, кто привлекается сиянием Брахма-джьоти, они ничего не знают о Верховном Господе, они не осознают того, что за этим сиянием существует личность. So the impersonalist philosophers, those gyanis, impersonalists, they're very much attracted. They think the Brahman is the highest truth. They think that's the source of everything. И философы-имперсоналисты, гьяни, которые очень привлечены сиянием Брахма-джьоти, они думают, что Брахман является верховной истиной, из которой все исходит. So they don't know anything about the actual abode of the Lord. And they don't know anything about the form of the Lord either. Так они ничего не знают об обители Господа. Также, ровно счет, ничего не знают об его форме. They never ask, they never try to understand where does this light come from. Они никогда не пытаются понять, откуда исходит этот свет. Just like, you know, the light in our house. We have lights in our house. It's coming from electricity. Electricity is coming from the power station. Например, как свет в доме. Свет в доме исходит из электричества, которое поступает электростанции. And similarly, there's a light in the day. We have the daylight. Where does the daylight come from? Comes from the sun, high up in the sky. И также дневной свет. Откуда берется дневной свет? Он исходит из солнца, высоко в небе. So, but the impersonalists, they're simply attracted by the light. They never ask about where does this light come from.
И также имперсоналисты, они, привлеченные этим светом, никогда не задаются вопросом, откуда он исходит. But the devotees, those who are devotees, they understand that this light is coming from the Lord. Но преданные, они понимают, что это сияние исходит от Господа. And so they pray to the Lord to remove that the rays of light, because they want to see the blissful form of the Lord. И преданные молятся Господу о том, чтобы Он удалил это сияние, чтобы они могли видеть Его форму, полное блаженство. Go ahead. Познавая безличную Брахмаджьоти, человек осознает благостный аспект Всевышнего. В процессе познания параматмы, всепроникающего аспекта Господа, на йога нисходит еще более благостное озарение. Но встретившись с Верховной Личностью Бога лицом к лицу, преданный постигает самую благостную форму проявления Всевышнего. Высшую истину в этой мантре называют изначальным философом, хранителем и благодетелем Вселенной. Поэтому она никак не может быть безличной. Таково заключение Шри Ишопанишад. Слово «пушан» – хранитель – особенно важно, так как, храня все живые существа, Господь проявляет особую заботу о своих преданных. Проникнув за завесу безличного Брахмаджьоти и познав личностный аспект Господа и его блаженную вечную форму, преданный осознает абсолютную истину в полном объеме. Хари Кришна. So Srila Prabhupada continues his commentary, describing to us that seeing the light, seeing the Brahmajyoti, that is the one good step. It's good. It's beyond the material world. It's spiritual. So it's auspicious. Дальше Прабхупада описывает о том, что видеть сияние Брахмаджьоти – это хорошо, это за пределами материального мира, это очень благоприятно. So people who realize the Brahman, seeing the Brahman, the light, they're not ordinary people, they're on the path of self-realization. И те, кто осознал сияние Брахмаджьоти, не являются, это необычные люди, они находятся на пути самосознания. And somebody else may go on further from the, they may have realized the Paramatma, that the Lord is all pervading, that He's everywhere. И кто-то продвигается дальше, осознает аспект Параматмы, всепроникающего Господа. So that is even more advanced than one who's realized the Brahman, because they've realized that the Lord is everywhere. Это более высокий уровень, чем осознание Брахман, просто Брахман, потому что эти люди уже понимают, что Господь везде. But if they keep going, they can go on to realize also the personality of Godhead, and they can meet the Lord. That is the highest realization. Но те, кто продвигается дальше, они могут осознать Верховную Личность Бога, встретиться с Ним лицом к лицу. Это высший уровень. So then Prabhupada discusses some of the different terms which are used in describing the Lord in this verse. И далее Шрила Прабхупада описывает термины, которые встречаются в этом стихе, эти слова, которыми описывают Верховную Личность Бога. And Шрила Прабхупада explains how some of these words indicate very clearly that the Lord must be a person. И Шрила Прабхупада далее объясняет о том, что одно из этих слов очень четко описывает то, что Господь является Личностью. And that the Lord is maintaining every, one of the words used is Pushan, Pushanikarshi, the very first word, Pushanikarshi Yamasurya Prajapatya, right? Pushan. So Pushan means a maintainer. So to maintain someone, it means he's a person. И самое первое слово, которое встречается здесь, это слово Pushan, которое обозначает того, кто все поддерживает и хранит.
как в переводе написано хранитель, то есть это личность. And the, who does the Lord maintain? He, the Lord gives special attention to his devotees. И кого Господь поддерживает? Особое внимание Господь уделяет своим преданным. In the Bhagavad, we know in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Samoham sarvabhuteshu name dveshosti ma priya ye bhajanti tumam bhakta mayite teshu chapiham. Lord Krishna says, I envy no one, I'm equal to everyone. But whoever renders service to me, he is a friend, he is in me and I am in him. В Бхагавад-гите Господь говорит, что я не отношусь враждебно никому, я равно отношусь ко всем, но тот, кто служит мне, он мой друг, я нахожусь в сердцах. Были преданы. So Lord Krishna gives special attention to his devotees. Особое внимание Господь уделяет своим преданным. Srila Prabhupada explains, he said, just like a mother will have special, she'll like all children. A woman will like all children generally, but she will have a special affection for her own child. Шрила Прабхупада объясняет здесь, что женщина, она естественным образом доброжелательно относится ко всем детям, ей нравятся все дети, но особую любовь она испытывает к своим детям. So, Prabhupada said that that is natural. It's natural that someone will have special affection for his their own child. In the same way, it's natural for the Lord to have affection for his devotees. И что Прабхупада объясняет, что это естественно испытывать особую привязанность, любовь к собственному ребенку, и также для Господа это естественно испытывать особую привязанность, особую любовь к своим преданным. And that is also, there's another verse in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, yoga kshema vahamyaham. He said, ananyas chintayanto mam te gyan paryupasate te sham nitya vyuktanam yoga kshema vahamyaham. Lord Krishna is saying, for those who meditate on my transcendental form and remember me with love, for them, I carry what they lack, and I preserve what they have. В другом стихе Господь говорит тех, кто медитирует на меня и помнит мою трансцендентную форму, для тех я сохраняю то, что им необходимо, и убираю то, что мешает им, даю то, что мне хватает. So in this way, the devotee who knows the Lord and his personal feature, then he's got complete, he's understood the absolute truth in full. Guru Maharaj, could you please repeat the sentence? So, one who understands the Lord's personal feature, he knows the Lord in full. И тот, кто познал личность Господа, он познал Господа в полной форме, в полной мере. Okay, go ahead. Бхагават Сандарбхи 3.1.3.6 Шрила Джива Госвами говорит, в полном объеме абсолютную истину постигают, осознавая личность Бога, поскольку Господь всемогущ и владеет всеми трансцендентными энергиями. Осознание Брахма-джьоти не предполагает полного понимания энергии абсолютной истины. Следовательно, осознание Брахмана – это только частичное осознание личности Бога. По ученые мудрецы, первый слово «Бхагаван Бха» имеет два значения. Первое – тот, кто обеспечивает всем необходимым. Второе – защитник. Второе слог «Га» означает проводник, повелитель или творец. Слог «ван» указывает на то, что все существа пребывают в нем, а он пребывает в каждом существе. Иначе говоря, слово «бхагаван» означает безграничное знание, власть, энергию, богатство,
сил и влияния. Причем все эти достояния свободны от малейшей примеси материальной скверны. Хари Кришна. All right. Now Prabhupada is quoting to us a statement from Jiva Goswami's Bhagavat Sandarbha. Итак, теперь Шрила Прабхупада цитирует для нас утверждение Шрила Джива Госвами из Бхагават Сандарбха. And he, in this statement, Jiva Goswami is analyzing the meaning of the word Bhagavan. И в этом утверждении Шрила Джива Госвами анализирует значение слова Бхагаван. And first of all, he states that if one realizes simply the Brahmajyoti, then that's only a part of the nature of the Supreme Lord. И сначала он говорит, что тот, кто осознал Брахмаджоти, то он осознал лишь часть природы Верховного Господа. It is not a complete understanding of the nature of the Absolute Truth. Это не полное понимание природы Абсолютной Истины. So then Jiva Goswami analyzes the three different symbols of Bhagavan. И Джива Госвами анализирует три разных слога. Yeah, he explains first the meaning of ba, and then ga, and then van. Сначала он объясняет значение слова бха, затем га и затем ван. We sometimes just take it in a very simple manner. We will just simply say bhaga means opulences and van means one who possesses. Мы иногда слишком просто объясняем это слово. Мы говорим просто бхага – это как вот достояние, богатство, а ван означает то, кто этим обладает. So we will describe the word bhaga – one who possesses opulences. И мы описываем, то есть передаем, даем значение слова бхагаван как тот, кто обладает богатством. And Parashar, the father of Vyasadeva, Parashara Muni, he's explained the meaning of the word Bhagavan to be one who possesses six opulences. И отец Вьясадева Парашара Муни объясняет значение слова Бхагаван как тот, кто обладает шестью достояниями. And the six opulences are wealth, beauty, fame, knowledge, strength. And renunciation. И шесть это достояние означает знание, власть, богатство, силу, красота. But here Jiva Goswami is given some different meanings, some other words, some other meanings. So he explains ba means that one who maintains and one who is also guardian. Шрила Джива Госвами дает и другие значения этих слов. Например, он объясняет слово бха как тот, кто обеспечивает всем необходимым. Это первое значение. Второе, также как защитник. And then the ga means to guide or to be the creator or the leader. Дальше слово ga, который означает проводник, повелитель или творец. And then van, the final syllable van, he says, indicates that every living entity lives in him and that he lives in every being. И последний слог van означает, что все живые существа пребывают в нем, и он пребывает в каждом живом существе. So this is a different presentation to the word Bhagavan from what we usually know. Это другое представление значения слова Бхагаван, отличное от того, которое мы обычно используем. But it does tell us how the Lord possesses all kinds of inconceivable qualities. Но оно объясняет нам, как Господь обладает
бесчисленным множеством непостижимых качеств. Go ahead. Господь обеспечивает своих чистых преданных всем необходимым и неуклонно ведет их к совершенству любви к Богу. Как повелитель своих преданных, Он в конце концов награждает их желанным плодом преданного служения, даруя им себя. По беспричинной милости Господа преданные получают возможность лицезреть Его. Таким образом, Господь помогает своим преданным достичь высшей духовной планеты, Голоки Вриндаваны. Будучи Творцом, Господь может одарить своего преданного всеми необходимыми качествами, чтобы тот мог в конце концов достичь его. Господь является причиной всех причин. Иначе говоря, поскольку у самого Господа нет причины, Он является первопричиной всего сущего. Таким образом, Он наслаждается сам собой, проявляя свою внутреннюю энергию. Внешняя энергия создана не им самим, так как Он распространяет себя в форме своих экспансий Пуруши и в этих формах поддерживает материальное проявление. Посредством этих экспансий Он творит, поддерживает и уничтожает космическое проявление. Харе Кришна. All right, so Prabhupada is now discussing these, some of these different qualities of the Lord. Здесь Шрила Прабхупада далее объясняет различные качества Господа. So he mentions how Lord Krishna is maintaining his pure devotees and helping them to become perfect in their spiritual life. Здесь Шрила Прабхупада, он упоминает о том, как Господь поддерживает своих чистых преданных и помогает им продвигаться в духовной жизни. And the Lord gives himself to the devotees, to those pure devotees. Господь отдает себя таким чистым преданным. And these devotees can actually see the Lord eye to eye by His mercy. И такие преданные могут видеть Господа лицом к лицу, видеть Его по Его милости. So the Lord also helps the devotee to reach the spiritual planet, the supreme planet in the spiritual sky, Goloka Vrindavan. И таким преданным Господь помогает достичь самой высшей планеты духовного мира, Голоки Вриндаваны. And because the Lord is the creator, so he can give qualifications to his devotees so that they can reach, that they can come to him. Так как Господь создатель, является создателем, он дает своим преданным квалификацию, чтобы они могли достичь его, достичь этого места. And then Prabhupada explains how Lord Krishna is the cause of all causes. И далее Прабхупада объясняет, как Господь является причиной всех причин. Because there's no one before Krishna, he is the original cause. Так как до Кришны никого не было, нет выше. Нет выше, нет истины выше, чем Кришна. Кришна является причиной всех причин. Sometimes you get less intelligent people, they ask, you know, if everything comes from Krishna, where does Krishna come from? И некоторые неразумные люди, менее разумные люди спрашивают, если все исходит из Кришны, то откуда ходит Кришна сам. So this kind of question is asked by the less intelligent person. Вопросы такого рода задают менее разумные люди. They want to understand who if everything comes from God, where does God come from?
Они хотят понять, если все исходит из Господа, то откуда взялся сам Господь? So they have to understand that God is the cause of everything. He is the beginning of everything. He is the origin of all things. Им нужно понять, что Господь является причиной всех причин. Он источник всего и начало. In the Brahma Samhita it says sarva karana karanam, the cause of all causes. This is the position. This is the position of the Supreme Lord. Брахма Самхите говорится сарва карана каранам, причина всех причин. Это положение Верховного Господа. And he enjoys his own self by his own potency. И он наслаждается самим собой посредством своей собственной энергии. So there is the internal potency, there is the external potency in the mind. There are three main energies of the Lord. The internal, which is the spiritual, the external, which is the material, and the marginal potency, which are the living entities. Так существует три главные энергии Верховного Господа. Это внутренняя энергия, духовная, внешняя энергия, материальная, и пограничная энергия, которая относится все живые существа. So the Lord enjoys through the internal potency, the spiritual potency. И посредством внутренней энергии, духовной энергии, Господь наслаждается. But the material potency, that external potency, that is, although it's the Lord's potency, it's actually, it's separate from the Lord. It's not so, the Lord is not so much attached to that potency. Материальная энергия, внешняя энергия, это очень, она по сути отделена от Господа. Господь не привязан к ней. But, не привлекает. But still the Lord, man, he will expand himself into the form of the Purusha avatars, meaning Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Shirodakshaya Vishnu. And in the form of these Vishnus, he will oversee, he will arrange for the maintenance of the material world. Но все же Господь распространяет себя в форму Пуруш-аватар, таких как Махавишна, Кширадакашая Вишна, Гарбхадакашая Вишна, которые поддерживают материальный мир. So the Lord here, he lets Vishnu take care of the material world to arrange for the creation and then the maintenance and destruction. И он позволяет Вишну в этой форме организовать творение, поддержание, уничтожение космического проявления. Go ahead. Живые существа также являются отделенными экспансиями личности Бога. И поскольку некоторые из них хотят господствовать, подражая Верховному Господу, он позволяет им войти в космическое творение, чтобы они могли полностью удовлетворить свои желания властвовать. Присутствие неотъемлемых частиц Господа, живых существ, приводит проявленный мир в движение, запуская механизм причинно-следственных связей. Таким образом, живым существам предоставляют все возможности господствовать над материальной природой. Но истинным повелителем остается сам Господь в форме своего полного проявления, параматмы, сердуши, являющийся одним из пуруш. Okay. So we heard how the Lord expands himself to arrange for the creation. Итак, мы услышали, как Господь распространяется в разные формы, чтобы организовать творение. And so the living entities, all of us, we are also expansions of the Lord. И живые существа, все мы также являемся экспансиями Господа. And
we have the, because we are marginal potency, sometimes it happens that we desire to imitate the Lord himself. И так как мы являемся пограничной энергией, иногда у нас возникает желание подражать Господу. And to facilitate that desire to lord over the material energy, he puts us into this creation. Чтобы позволить нам осуществить это желание господствовать над материальным творением, Господь делает так, что мы входим в это творение. Just like little child sees the mother cooking, and so a little child wants to cook like the mother. Это как маленький ребенок, он видит, когда мама готовит, он также хочет попробовать, желает попробовать готовить, как его мама. So mother may get a little toy stove and little toy pots, and in this way the child will pretend that she is cooking. Когда мама дает ему игрушечный стул, ставит игрушечную сковородку, чтобы он мог подражать. And so in this way the living entity feels like he is the supreme. We live here in this world just like the child is the little child is cooking, but not really cooking, but the child is satisfied to imitate the mother. So we are also come into the material world and we imitate Krishna. И таким образом, так же как ребенок, он имитирует, он на самом деле не готовит, он только имитирует действия своей мамы, но он очень доволен. Также живое существо, оно попадает в этот материальный мир и пытается материальный Господа и чувствует удовлетворение. Okay, then the living entities, because of the part living entities, material world comes about, different things happen in the material world, the living entities in contact with the material energy arrange so many things for the material world. И когда живое существо соприкасается с материальной энергией, происходят разные вещи. We put up so many buildings and we make motor cars and airplanes and things like that. So all the facilities to do these things are given by the grace of the Lord. Устроятся различные здания, самолеты, различные средства дает нам Господь, чтобы управлять Господь, ну давай возможность господствовать над материальным миром. But the ultimate controller of everything is the Lord himself. Но истинный господин этого материального мира является сам Господь. And Prabhupada said that controller, that is the Paramatma, which is actually Shirodakashayi Vishnu. И этим господином, контролером является Параматма, также Кширадакашая Вишна, который является Кширадакашая Вишна. Go ahead. Таким образом, между живым существом Атмой и наделенной властью Господа Параматмой, то есть между душой и сверхдушой, огромная разница. Параматма властвует, а Атма подвластна. Следовательно, они относятся к разным категориям. Но поскольку Параматма тесно связана с Атмой, ее называют постоянным спутником живого существа. Shall we finish the puppet? Stop here. All right. Yeah. So now Prabhupada is discussing the difference between the living entity, the Jivatma, and the Paramatma, the Supreme Lord. Здесь Прабхупада описывает разницу между Джива-атма и Параматма, Верховной Личностью Бога. So the Paramatma is the overseer and the permitter of activities. Параматма дозволяет и дозволяет и наблюдает. Параматма is the controller and the Jivatma is the controlled. So Paramatma is the master and the Jivatma is the servant.
Параматма является контролирующим, а Дживатма подконтрольным. Параматма является господином, а душа слугой. So Paramatma is situated in the heart of all living entities. There's one Paramatma, but he's expanded into the hearts of all living entities. Так Параматма одна, но она распространяет себя в сердца всех живых существ. And from Bhagavad Gita we know that Paramatma is giving knowledge, remembrance and forgetfulness to the living entities. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что Параматма дает память, знание, забвение. So Paramatma knows everything about each and every person's pain and pleasure. И она знает о боли и наслаждениях каждого живого существа. Other people, they know only about their own pain and pleasure. They don't know about anybody else's, but the Paramatma knows about each and everyone's pain and pleasure. И мы знаем только собственную боль, свои удовольствия, не зная боли и удовольствия других живых существ. А Параматма, она знает о желаниях и страданиях других живых существ, всех живых существ. And Lord Krishna describes how He is that Paramatma is the best friend of all living entities. He accompanies the living entities through their journey in the material world. И Кришна, Господь Кришна описывает, как Параматма является лучшим другом всех живых существ, и она сопровождает живое существо в путешествиях по материальному миру. Okay, read the final paragraph. Всепроникающий аспект Господа, который существует во всех состояниях, бодрствования, сна, а также в непроявленном состоянии, и который порождает джива-шакти, жизненную силу в форме как обусловленных, так и освобожденных душ, называют Браманом. Господь является источником как Параматмы, так и Брамана. Следовательно, в конечном счете, все живые существа и все сущее исходят из Него. Тот, кто понял эту истину, посвящает себя преданному служению Господу. Такой чистый и обладающий полным знанием, преданный Господа, привязан к Нему всем сердцем. И когда такие преданные собираются вместе, они не занимаются ничем другим, кроме прославления трансцендентных деяний Господа. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных, а именно те, кто познал только проявление Господа в виде Брамана или Параматмы, не способны понять смысл действий совершенных преданных. Не способны понять смысл действий совершенных преданных. Господь сам помогает чистым преданным, вкладывая необходимое знание в их сердца. Проявляя особую благосклонность к своим преданным, он рассеивает всю тьму невежества. Философы, эмпирики и йоги не могут себе этого представить, так как в большей или меньшей степени полагаются на собственные способности и усилия. Как сказано в Катха Упанишад 1.2.23, Господа может познать только тот, кто заслужил Его милость, и никто другой. Господь дарует эту особую милость только своим чистым преданным. Итак, в этой мантре Шри Шупанишад речь идет о милости Господа, которую не способны проявить брахмачарьи. Hare Krishna, end of purpose. Thank you. All right, so Prabhupada's describing the how the Lord reciprocates with the devotees, helping them to come to Him. И дальше Прабхупада описывает, как Господь отвечает своим преданным, помогая им прийти к Нему. So this Paramatma feature of the Lord exists in all situations. Так аспект Господа Параматма, он присутствует во всех ситуациях. Both conditioned and liberated souls, there is the Paramatma. Параматма и в обусловленных и освобожденных душах присутствует. And there is also the Brahman, the spirit, the energy of the Lord.
И также существует Брахман, энергия Господа. And above both the Paramatma and the Brahman is the Supreme Lord. И над Параматмой и Брахманом стоит Верховный Господь. And it's from that one Supreme Lord everything comes. И все исходит из этого Верховного Господа. So if some, if we understand that the Lord, everything comes from the Lord, then it will be natural for us to want to engage in His service. Если мы понимаем, что все исходит из Господа, тогда для нас станет естественным образом течение преданное служение. And the devotee will have very strong attachment to the Lord. He'll be very much attached to hearing about the Lord and to thinking and remembering the Lord. И когда преданный познает Верховную Личность Бога, он становится привязанным естественным образом к преданному служению и очень привязан к слышанию о Господе, о Его формах, о Его качествах и деяниях. And they want to always be read, to be hearing and discussing the topics of the Lord's pastimes. И естественным образом возникает это желание постоянно слушать и читать и обсуждать деяния и игры Господа. But other people who are not devotees, they cannot appreciate this activity of the devotee. И те, кто не является преданным, они не могут понять эти действия преданных. So, but the fact is that the Lord always is there to help the devotees to come to Him. Но правда заключается в том, что Господь всегда присутствует и помогает своим преданным прийти к Нему. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, to those who are constantly devoted to me and worship me with love, I give the understanding by which they may come to me. Господь говорит в Бхагавад-гите, тем, кто поклоняется мне с любовью, я даю знание, как прийти ко мне. And out of compassion for them, I dwelling in their heart, destroy the darkness born of ignorance. И из-за страдания таким преданным я уничтожаю невежество, которое присутствует в их сердце. So in this way the Lord is showing His special favor to His devotees. Special favor? Yeah, special favor of the Lord to destroy the darkness of ignorance. Это особая милость Господа, когда Он уничтожает тьму невежества. But the other people like yogis and gyanis, they depend on their own strength. They want to do, they think they can do everything on their own. They don't take shelter of the Lord. Но другие люди, гьяни или йоги, они полагаются только на свои силы, они не полагаются на Господа. And so Prabhupada concludes his purport here by saying a quote from the Katha Upanishad, that the Lord can be known only by those who He favors, who He wants to give devotion to, not to anyone else. И Шрила Прабхупада заканчивает комментарий, цитата из Катха Упанишад, о том, что Господа может познать только тот, кто заслужил Его милость. Господь сам дарует эту милость. So these special favors are given to the pure devotees. Особую милость он дарует своим чистым преданным. So this reciprocation between the Lord and His pure devotees, it's very different from just simply understanding the Brahmajyoti. И это такой взаимообмен между Господом и Его преданными. Это очень отличается от сознания Брахмаджоти. Okay, so we'll stop and ask if there's any questions. На этом мы остановимся и
Есть ли вопросы, дорогие преданные? Хари Кришна, я Гуру Махарадж. У меня вопрос, если пока ни у кого нет. В самом первом стихе Шримад Бхагаватам сказано, лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием тёгун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. То есть получается, что это Кришна, кто создает вселенную, а не мы. Однако, с другой стороны, иллюзия – это игра нашего ума, и мы создаем ее под воздействием гун природы. То есть иллюзия существует независимо от нас. So, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Guru Rishi Srila Prabhupada. My question is about the very first shloka of Srimad Bhagavatam. Only because of him do material universes temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. So it is Krishna who creates the universe, not us. However, on the other hand, illusion is a play of our mind. We create is ourselves under the influence of the three modes of nature. So the question is, does the illusion exist independently of us? Does the illusion exist independently of us? Well, illusion, you said it's the creation of the mind, right? Where did that illusion come from? Came from your mind. Mind is the subtle energy, it's the energy of the Lord. Иллюзия, вы сказали, что иллюзия, она создана. Иллюзия. Откуда-то берется иллюзия? Иллюзия создается, возникает в нашем уме. А ум является тонкой энергией, энергией Господа. In the beginning of the Ishopanishad, Prabhupada mentioned about conditioned souls, how they have four defects, and one of them is they can be an illusion. В самом начале Ишопанишад Прабхупада приводит пример четырех недостатков обусловленной души. И один из этих недостатков – это склонность впадать в иллюзию. So where does the illusion come? And you're asking, is the illusion independent of us? Итак, откуда доберется иллюзия? Вы спрашиваете, иллюзия не зависит от нас? Yes, it can be in, yes, it's independent of us. Да, она не зависит, находится в независимости от нас. I would say that it is in. Yes, у меня еще дополнение тогда. Получается, что иллюзия исходит. Сейчас соображу, как сказать. Получается, что Кришна создает иллюзию для нас, да, Гурудев? Can we say that Krishna creates illusion for us? Because we are on the influence of three modes of nature. Yes, the illusion is created by the material energy, and the material energy acts under the direction of Lord Krishna. Да, иллюзия возникает, создается материальной энергией, а материальная энергия находится под руководством Кришны. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna, дорогие преданные. Маджи Враджирани, ваш вопрос. Hare Krishna, Гуру Махарадж, Hare Krishna, преданные.
примите мои поклоны, смиренные. Все слава Шрили Прабхупаде. Говорили про параматму. Да, с одной стороны, преданный не выстраивает отношения специально с параматмой, но с другой стороны, преданный должен выйти на уровень параматмы, чтобы слышать, что она ему говорит. Вот тут, Киртида Мата, же перейдись пока. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, we say some humble obeisances for Guru Srila Prabhupada. We were talking about Paramatma. From the one hand, the devotee do not make relationship with Paramatma deliberately, but from the other hand, he must... Что он там должен выйти на что? На какой-то уровень, чтобы слышать, что она ему говорит? На уровень Параматмы, да. He must realize Paramatma aspect to hear what Paramatma says to him. Как вот мы выходим дальше на этот уровень? Да, Кришна сам открывает нам себя, получается, да, как вы сказали, через память, знание и забвение. Посредством бхакти само собой происходит. Спасибо. Mm-hmm. How can we reach this level? As Krishna says that he gives us memory, forgetfulness and knowledge, does it mean that Krishna gives us the opportunity to reach to this level if we continue our devotional service with the help of bhakti? What do you mean this level? What level? Vrajarani Mataji said that the level when we hear, тот уровень Матюржани, где мы услышим, что говорит Параматма, да, в этот уровень? Да, да. The level when we can hear Paramatma. We can hear Paramatma. Yes, we can hear. We just have to hear how the heart is speaking to you. Sometimes you can hear the Paramatma speaking to you, telling you, chant more. Don't get angry. Don't be lazy. Don't be dirty. Paramatma is telling us, reminding us how we suffered in the material world because of our sins and how we should be careful to avoid sinful activities. Paramatma tells us these things. Да, иногда мы слышим голос Параматмы, мы должны его слышать, когда он говорит: не злись, не ленись, не впадай в гнев. И мы его слышим, когда он напоминает нам о том, насколько ужасно нам, какие страдания мы испытываем, живя в этом материальном мире. So, yes, we can hear Paramatma. Everyone can hear Paramatma, but you have to want to hear. Каждый может слышать Параматму, но главное желание. Нужно желать слышать его. And you have to recognize when Paramatma is speaking to you. Вы должны распознавать, когда Параматма с нами говорит. Okay. А еще вопрос. А Чаития Гуру и Параматма в нашем случае это разное? Правильно? Чаития Гуру and Параматма in our case, are they different? Чаития Гуру is Параматма. Чаития Гуру это Параматма. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Mm-hmm. Hare Krishna. Mm-hmm. Матаджи Хладини у меня по списку, правильно? Hare Krishna, Guru Maharaj, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклон. У меня два вопроса. Вот первый вопрос такой, что Кришна говорит, что его невозможно постичь, но своим чистым преданным он себя открывает. Но читая откровения чистых преданных, молитвы, они молятся, что у них нет ни любви, то есть как будто они не постигли. Тогда вот этот вопрос постижения Кришны, вообще он существует? Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Пасихасар Махамала Бейсенса, Слава Суши Паупада. We are talking that Krishna must be achieved by his pure devotees. He helps his pure devotees. He reveals himself in front of his pure devotees. But when we read the prayers
of such devotees, the great souls, they say in their prayers that they have no love, have no feelings for Krishna. Does this level of reaching or knowing absolute truth really exist? As pure devotees say that they don't feel anything. Does what level really exist? Of understanding Krishna, because we were talking about that Krishna may be known by his pure devotees, and Krishna helps them to know him. But when we read prayers of such devotees, it looks as if they haven't understood him. Not understood him, but they say that, Маджи Хладини, вы говорили, что они не чувствуют любви именно Господу в молитвах своих. Ну, они, да, они говорят, что вот я самый падший, ну, и даже сам Гуру Махарадж говорил, что у него нет любви. То есть все вот чистые преданные, они, ну, как, они говорят, что они не постигли, ну, то есть, что они не постигли Господа, вот. И поэтому вот этот вопрос постижения Господа вообще, он как, возможен, нет? So... Only pure devotee can reach Krishna, but even pure devotees say that they don't know Krishna. So is it possible to achieve Krishna, to know him? That is the question. Because even pure devotees, they say that they don't know, you know, they don't know Krishna. Yes, because there's Lord Krishna. We can never know everything about Lord Krishna because Lord Krishna is so unlimited. All of his qualities are unlimitedly and they're continually expanding themselves. So we may know something about the Lord, but then the Lord expands himself. There's more and there's always more to know. You can never know everything about the Lord. So in that sense, the devotee always thinks he don't know anything. Да, Господь Кришна, мы можем упастись, но мы можем узнать только что-то о Господе Кришне, так как он постоянно обновляется, распространяется, расширяется, то всего о нем узнать мы не сможем. Мы можем знать что-то, но нам всегда будет нам всегда есть что о нем узнать. И поэтому чистые преданные говорят о том, что они не знают Господа. And Lord Anantashesha has thousands of hoods, and each of the hoods are describing the pastimes of Krishna since time immemorial, and they've never been able to exhaust everything. И Господь Ананташеша, у которого обладает тысячами клубоков, и каждая из них восхваляет и описывает деяния Господа с незапамятных времен. И тем не менее, он не может высказать всего того, что можно сказать о Господе. Немного еще не высказано. So the more the devotee advances in Krishna consciousness, the more they realize they don't know hardly anything. И чем больше преданный продвигается в сознании Кришны, тем больше он понимает, что он ничего не знает. Okay. Это отвечает на ваш вопрос, Маджи Хладин? Теперь поняла. Хорошо. Спасибо большое. Можно вопрос? Включается начало Шри Шапанишат. Там говорится о доле, что каждому Господь выделяет свою долю. И вот мы проходим, сейчас оказывается, что это преданное служение. То есть доля – это не то, что у меня есть. Оказывается, у меня ничего нет. И вот у меня противоречие. То есть, с одной стороны, я вижу, что ну как нет, у меня есть там квартира, например. А там говорится, ну у тебя ничего нет. То есть ты должен все отдать. И вот как вот это противоречие внутри урегулировать. А в преданном служении мы просто затронули, да, здесь, что здесь говорится о преданном служении?
И то, что Ну вам, да, у там. вас вроде бы вы имеете что-то, да, квартира, все такое. А здесь говорится о том, что все принадлежит Богу, да? Ну да, и мне непонятно, то есть у меня же есть, а там говорится, ну, это не твое. И то есть, ну, мне не совсем понятно. Я могу, конечно, смириться, но внутри мне непонятно, как это не мое. Вот. Hare Krishna Guru Maharaj, I just wanted to ask about the first mantra of Ishvapanishad, where it is said that about our path, not path, как about the things that we have, because that said that our not, how I can put it in English, I don't know about portion or in the first mantra. Маджавачач, вы знаете, как доля по-английски я забыла? Именно в стихе. Квоты. What? Квоты? Да, квоты. That we have our quota, and in this mantra it means about the devotional service. And I have some misunderstanding because I don't understand that I have, my, for example, my flat and I possess something. But in this mantra it is said that it doesn't belong to me. So how can I pacify these contradictions? Because I have something, but at the same time it doesn't belong to me. What's the contradiction? That she possess something, but in mantra it is said that it's not belong to her, for example. Yeah, well, we have to understand that whatever we have, it's given to us by the grace of Krishna, and it's meant to be used in his service. Да, мы должны понять, что все, что мы имеем, дается нам Господом Кришной, и мы должны это использовать в служении. Это понятно, Маджхолини? Ну, то есть мы, у нас же есть чувство собственности. Куда оно девается, чувство собственности? Оно же остается. Все равно кажется, что это мое. But still we have this feeling of possession and it doesn't go anywhere. So if we still think that we possess something and it is mine. Well, that's your illusion. Это иллюзия. What is actually ours? Nothing is, we were born in this world with nothing. And when we leave the world, we'll have nothing. So what is actually yours? Nothing is yours, but some things are given to us for the service of Krishna. Что, чем мы владеем? На самом деле мы приходим в этот мир ни с чем и уходим ни с чем. Так чем на самом деле обладаем? Все, что дается нам, это нам дается для служения Кришне. На самом деле у нас ничего нет. Next question, Махарад. Yes. Следующий вопрос, Маджи, Анастасия, да? Да. Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны мои. Я вот хотела спросить, в третьей песне, 15 главе, я вот там с охлаждением Киртида Матаджи скинула стих, ну, чтобы вы прочитали. Тут говорится, когда в 30 стихе, когда вот мальчики кумары пришли на Вайкунху, и вот так тут написано, что во Вселенной, кто во времени, они уже постигли духовную природу. И вот, вот вопрос в чем? Однако, когда привратники, чей нрав был неприятен Господу, увидели мудрецов, то не считаясь с высоким положением кумаров, преградили им путь своим жезлами. Ну и вот у меня вопрос в чем? Что Господь, тут говорится, что им, ему был нрав неприятен вот этих привратников, да?
Ну вот так, у меня как-то вопрос получился, что Господу бывает неприятно, да, что-то. Нет, наверное, не так. Что вот потому что ему был неприятен раб, поэтому с ним случилась такая вот история, что они потом их прокляли, кумар. Хари Кришна, спасибо большое. Нужно смотреть обязательно английский вариант, потому что у нас иногда там что-то перефразируется, и может вообще не понять, Махарадж, что я имею в виду. Сейчас, какая там стих? А я скинула вам в чате стих 30, 3 песня, 15 глава, 30 стих. И тут вот предложение в серединке. Однако, когда привратники, чей нрав был неприятен Господу. И вопрос, что раз, то есть они попали в такую ситуацию, эти привратники, потому что их нрав был неприятен Господу. Ну вот такой. Да, мне нужно именно там написано сейчас. Я... А, ага, по-английски. Вам нужен английский текст, да? Сейчас я найду. Третья песня. 15-е. То есть с ними случилось то, что случилось, потому что их нрав был неприятен, да? Да. Хари Кришна Махарадж, please accept my humble obeisances. I just have a question. According to the third counter, 15th chapter, the third, text 30, where the God's adobe is described. The four What is described? The Krishna's God's adobe. Krishna's what? It's a boat. Is a boat? Yes, a boat. I'm sorry. Okay. About four kumaras, the boy, the four boy sages who had nothing to cover their bodies but the atmosphere. Looked only 5 years old, even though they were the oldest of all living creatures and had realized the truth of the self. But when the porters, who happened to possess a disposition quite unpalatable to the Lord, saw the sages, they blocked their way with their staffs, despising their glories, although the sages didn't deserve such treatment and their hands. And in this verse, there is a phrase, here is a phrase that the porters who happen to possess a disposition quite unpalatable to the Lord. We know the story, what happened then with them, and does it happen because this their mood wasn't pleasant to the Lord. Did it happen because the mood was what? Because the Lord didn't like their mood. It is said because a disposition quite unpalatable to the Lord. Yes, well, that's one reason why it happened. Это одна из причин, по которой это произошло, так не случилось. Of course, there are other reasons also revealed later on. Но в дальнейшем также будут проявлены и другие причины. The two gatekeepers, Jaya and Vijaya, had offended Lakshmi, the goddess of fortune, that when the Lord was resting, they refused to let Lakshmi to go in to see the Lord. And so Lakshmi was upset with them. Эти два привратника, Джая и Виджая, они оскорбили богиню удачи Лакшми. Когда Господь отдыхал, но Лакшми и Лакшми хотела войти, они ее не пустили. Она была очень расстроена этим. So the and then also there's the lila that the Lord wanted to come to the material world. He wants someone to fight with. And so it was arranged for the cursing of these two doorkeepers. А также есть лила, которая говорится, что Господь хотел прийти в материальный мир и сражаться с кем-то, и таким образом устроено все, что были прокляты вот эти два привратника. So we can say it was the arrangement of the Lord. Так что мы можем сказать, что это все было устроено Господом.
Отвечает на ваш вопрос, Маджина, простите. Харе Кришна, да, спасибо большое. Кришна, thank you very much. Александр Овесы, да, по-моему? Маджина, у вас тоже рука поднята. Да, 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 Александр Прабу пусть спрашивает, а потом я, если у Махараджа будет время. Харе Кришна, ваше святейшество, если человек принимает просад, слышит воспевание святых имен, слушает Бхагаватам, приходит в храм, ну, поклоняется Господу, участвует в поклонении Господу, но делает это, ну, как благочестивую деятельность, которая может быть приятна ему чувством, но не понимая, что во всем этом содержится Господь, и что вот как вот описывается, что он благожелатель, благодетель, хранитель, вот он всего этого не понимает, то постепенно он перейдет на этот уровень, или вот это вот неосознанное просто удовлетворение своих чувств, ну, может быть, в гуне благости, оно ни к чему не приведет. Он делает все это, не понимая, что... Не понимая, что? Что Господь является хранителем, ну, и всем. То есть, называю... Ишапанишат объясняет, что цель жизни — это преданное служение. Но человек, принимая просад вот во всех его формах, каких можно, но он не понимает, что он служит этим самым Господу. Он просто это делает, ну, как удовлетворяет свои чувства. Но в конце концов это приведет к тому, что у человека какое-то осознание появится, или что-то, или просто это на таком же уровне останется. Осознание чего? Извините. Осознание именно то, что он поклоняется Господу, осознание Господа, да? Ну да, что осознание цели жизни к нему придет, просто неосознанно выполняя какое-то служение. Кришна Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. If a devotee comes to the temple, reads Bhagavatam, takes part in deity worshipping, but doing all these things without consciousness that the main goal is Krishna, as Ishapanishad says, that Krishna is the keeper, the guardian, and so on. In future, will he come to such understanding? Because, for example, at this level, the devotee do all these things unconsciously for as pious activity, for self, for pleasure in himself, his feelings, but not realizing the supreme goal. Will he reach this understanding? Will he come to such understanding instead of goal of the of life if he does such things but unconsciously? Well, yes, in the beginning he just does them mechanically, but gradually he gets more knowledge, so gradually he will come to the with more knowledge, there will be more devotion. Да, сначала мы все это делаем механически, неосознанно, но постепенно мы получим больше знаний, и постепенно это осознание придет, придет понимание цели. Has that answered the question? Это отвечает на ваши простые санкры? Просто хотелось бы понимать, когда в этой жизни хоть придется или нет, или так это все останется, ну, каким-то вот запасом благочестия, который копится, копится. He just wants to know when it will happen, when will it happen in this life or not, and Well, it's up to the devotee. It depends on the devotee how receptive they are to hearing transcendental knowledge. Но это зависит от преданного, насколько они восприимчивы к слышанию трансцендентного знания. They have to be receptive. They have to, if they hear carefully, then it can happen very quickly.
For some people it can happen very quickly, and for other people it can take some time. But if they keep serving, then naturally, gradually, it will happen one day. For some people it will be quick, and for some other people it will take longer. Depends also on our samskaras, what are the condition of our heart is, how much we are covered. Это зависит от преданного, да, насколько он восприимчивым к этому знанию. Нужно внимательно слушать и быть восприимчивым к этому знанию. Кто-то может быстро добиться этого, кому-то требуется время. Но если мы будем продолжать служить и слушать открыто к этому и внимательно, то когда-нибудь это случится. Может быть быстро, может быть время потребуется. Спасибо. Thank you very much. My obeisances. Маджувачач, да, у вас вопрос еще? Ага. Харе Кришна, I have one more question, Гурудев. Существуют разные отсталые народы, племена в Африке, в Австралии, например, которые поклоняются духам и верят, что есть какие-то высшие сущности в воде, в огне. Но то есть у них есть какая-то вера, однако они находятся в глубоком невежестве. И можно ли сказать, что они находятся на более высоком духовном уровне, чем, допустим, материалисты, которые вообще ни во что не верят? То есть кто из них более прогрессивен, получается, на духовном пути? So, Guru Maharaj, there are different backward peoples, tribes, aborigines of Africa, Australia, who worship elements, believe that there are some higher entities in water and fire, so they have some faith, but however, they are in deep ignorance in Tamaguna. So can it be considered that they are on a higher spiritual level than materialists who don't believe in anything at all? Yes, you could consider they're on a little, but still it's material. It's under the modes of nature. They're in the mode of ignorance. Their worship can be in the mode of ignorance. Да, можно, конечно, сказать, что они немножко выше уровнем, но все равно это знание, оно находится под гунами, под гуной невежества, это все материальное. One can say that, well, at least they have some belief in some kind of superpower, something supernatural power. По крайней мере, у них есть вера в что-то сверхъестественное. So you can say they're at least they believe in something. Ordinary people are just animals. They have no belief. They just believe only in eating, sleeping, mating, and defending. Можно сказать, да, что по крайней мере у них есть какая-то вера. Они что-то верят, а обычные простые люди, которые не верят ни во что, они подобны животным, которые просто едят, спят, обороняются, совокупляются. So at least you could say they are here in some sense they're human beings, that they're thinking more about higher purpose in life than just only of but still their practice of religion, it can be just simply to improve to allow them to eat and sleep and mate and defend. So, anyway, at least they have some belief, that at least they have some kind of religion, as you say. So that's something better than the animals. Но то, что они уже каким-то принципам, так сказать, принципам религии следуют, это может позволить им дальше прогрессировать. И я бы сказала, что это, наверное, лучше, чем просто жить животных. Mm-hmm. Okay, next question. Следующий вопрос. Thank you, Guru Maharaj, very much. Маджавраджарани. Харе Кришна, Махарадж, хотела задать вопрос про Господа Читания.
Когда это было? Это май, да? Ой, ничего не слышно. Не слышно? Про Господа Читания, а дальше про, там что-то невнятно было, поэтому... Мы понимаем. А вайшнавы, которые жили рядом с ним, они все очень хотели, чтобы он стал вайшнавом. А до этого он был пандитом, да? И вот как понимать, кем он был? Просто философ, следовал ведам, но не признавал Кришну. Может, это, Гуру Махараш это пояснить? Спасибо. Подождите, я бы с собой бы понять. То есть вопрос про Господа Чайтанью. Раньше он был пандитом, а вайшнавы, которые рядом с ним жили, хотели, чтобы он был вайшнавом. Стал, не было? Стал пандитом при своей учености. Так плохо, мне почему-то прерывается все. Я не могу понять смысл вопроса. Сейчас. То есть он был ученым бандитом, а они хотели, чтобы он стал преданным, да? Вайшнавам. Да. С почитанием. И да. Что нам нужно понять? И в чем заключалось его вот это вот, что он был пандитом, философом, что он просто знал философию, а Богу не поклонялся? Кришне. Стандартам каким-то не следовал. В чем заключалось, что он не был вайшнавом? Угу. Hare Krishna Maharaj, I wanted to ask a question about Lord Chaitanya. Раджарани, я не очень хорошо знаю Чайтанья Чаритамбита, то есть это, в какой период был он пандитом? То есть в детстве? Он же в детстве был пандитом, правильно? Да, да. Mm-hmm. Because Lord Chaitanya is in his early years, years was pandit. He knew philosophy very well and he was very learned. And Vaishnavas that lived near him, they wanted him to become Vaishnava. So what does it mean? That he was pandit, but he wasn't a Vaishnava? What? Well, when he was a young man, he was playing the pastimes of scholarship, and he was a pandit. Yes, he wasn't practicing, he wasn't engaged in devotional activities directly. He wasn't, and he would regularly argue and defeat the devotees in debates on philosophy, and they would debate on logic, mundane logic and things, Sanskrit, you know. So that was his pastime in youth, before he decided to take initiation from Ishwarapuri, and then he began his devotional pastime. Да, в ранние годы он играл роль ученого, который узнал санскрит, говорил с преданными и побеждал философов. В различных дебатах. Это было во время препровождения до тех пор, пока он не решил принять посвящение у Ишварапури, и до того он прямо не практиковал преданное служение. Ну, вот, по-моему, так. Хари Кришна. Yes, it's bewildering. We wonder, he's the Lord himself, but he was not revealing himself immediately. Да, это сбивает с толку, так как это был сам Господь, но он сразу же не проявляет себя как Господь. He was just simply studying different philosophies and teaching logic, nyaya, which is Nyaya is one of the six darshans. There are different philosophical systems. So Nyaya is one of the philosophical systems. So he was teaching Nyaya, logic, and he had many students. And of course, he defeated the Keshav Kashmiri. He defeated him in debate. And
At that time, Keshava Kashmiri prayed to Goddess Saraswati how he could be defeated, and Goddess Saraswati said, that boy is my lord and master. So Mother Saraswati recognized Nimai Pandit as the Supreme Lord. Да, это сбивает с толку, так как Господь, он является Богом, но он не открывает себя сразу. Он просто изучал различные течения философские, в том числе ньяя. Существует шесть даршинов, да, шесть философских систем, и это одна из них. У него было много очень учеников. Он одерживал победу над разными философами, в том числе одержал победу в дебатах с Кешавой Кашмири. И когда он обратился к богине Сарасвати, Кешавой Кашмири, спросил, как он мог победить этого мальчишка его. И Сарасвати ответила ему, что это мой Господь. Она признала в нем Господа. А теперь вчера не отвечает на вопрос? Да, спасибо, Хари Кришна, Гуру Махарадж. А еще можно задать вопрос Гуру? Thank you very much, Гуру Махарадж. Do we have time to ask one more question from Ataja Vajrani? Okay, final question. Последний вопрос. Гуру Махарадж, Бхагавад-гите Кришна учит нас быть его орудием, да, Савьясачи. Надо предаться ему, исполнять его волю. А это уровень, как я понимаю, еще не Рагануги, да? Это уровень Вайди Садхана Бхакти. А как преданный переходит на уровень Рагануги? То есть он уже не говорит, ой, Кришна, задействуй меня как можешь. Да? Получается, преданный уже должен, наоборот, делать то, что Кришна хочет. То есть он уже должен знать желание Кришны, а не сидеть и ждать, скажи мне, Кришна, что ты хочешь через гуру, например. Ну, вот понятен, Киртида Матаджи, вопрос? Да, я постараюсь, да. То есть он на уровне Рагануги уже знает, что ему делать, да? И да, а вот Бхагавад-гита, получается, нас учит Вайди Садхана Бхакти. То есть мы ждем, что Бхагавад-гита нам скажет, и гуру, и мы это делаем. Именно вот вопрос в том, что Бхагавад-гита учит нас Вайди Садхана Бхакти, там еще не Рагануга. Да? Как перейти тогда к Рагануге? Сейчас. Bhagavad-gita teaches us Vaidhi Sadhana Bhakti, because Krishna says that we should be, we must be the instrument in his hands. We should surrender and fulfill his will, act according to his will. So Bhagavad-gita teaches us Vaidhi Sadhana Bhakti. So it's not Raganuga Bhakti. How can we reach the level of Рагануга Бхакти, because on this level, on the level of Рагануга Садхана Бхакти, devotee, does it mean that devotee on Рагануга Садхана Бхакти doesn't ask Krishna what should I do? Does it mean that he is already knows what to do to please Krishna, and how can we reach this level? Well, you reach that level by doing sadhana bhakti. You do sadhana bhakti properly, and gradually Krishna will reveal to you how to do it. Тщательно следуя путем вайдхи садхана бхакти, мы можем достичь того уровня. Кришна, исследуя вайдхи садхана бхакти, Кришна подсказывает нам, что делать. Okay, so we'll stop here today. Ну а пока мы молиться должны гуру Махарадж, как вот по Бхагавад-гите, да, займи меня и слушаться гуру, да. And until we, I'm sorry, Махарадж, until we Рагануга Садхана Бхакти, we should pray to Krishna and Махарадж and Guru to involve us in the service, to engage us in the service. Please, Krishna, engage me in the service for you. Thank yes. You. Okay. That's a good idea. Это хорошая вещь, хорошая идея. Yes. Be active, be eager.
to do service. Да, будьте активны, желайте преданного служения. And Krishna will reveal. И Кришна вам откроет, проявит это. Okay, well, we thank Kirtida Mataji for translation. Thank all the devotees for their questions and participation. And we pray you have a nice day and finish off the Kartik Vrat in a couple of days. Спасибо всем большое, дорогие преданные, за участие, за внимание. Скоро, через несколько дней, через пару дней закончится уже Картика Врата. Окей, Шрила Прабхупад ки джай. Джай, Шрила Прабхупад. Спасибо, thank you very much, Гурудев. Джай, Гурудев. Спасибо, Кришна Матаджи, за перевод. Слава Шрила Прабхупаде.